Здравствуйте, я покажу вам комплекс упражнений для укрепления мышц пресса, которые помогут натянуть вам живот и держать мышцы в тонусе. Опускаемся на спину. Натягивайте стопами себя, руки убираем за голову. На вдохе начинаем скручиваться, начиная с рук. Каждый позвонок отрываем по очереди. Смотрим на живот, оторвали лопатки, сделали выдох. Почувствуйте, как мышцы пресса у вас здесь максимально сократились. Раскрутились на пол. Сделали вдох, снова поднимаемся наверх, делаем выдох через рот. Раскручиваемся обратно, делаем вдох. И поднимаемся полностью наверх, ролл-ап. Начинаем с рук, закручиваемся позвонок за позвонком. Почувствуйте, как каждый позвонок у вас по очереди отрывается от пола. Руки наверх, ладони обязательно вовнутрь. Опускайте плечи вниз, живот полностью втянут. Подкрутили копчик, скручиваемся на пол. Каждый позвонок кладете на расстояние от другого. Опустились, выдох. Снова наверх поднимаемся, на вдохе отрываем руки. Позвонок за позвонком. И наверху сделали выдох. Подкручиваем копчик, подкручиваем голову, опускаемся на пол. Убираем руки за голову и отрываем только лопатки. Наверху делаем выдох, внизу делаем вдох. Выдох обязательно делаем через рот. Остаемся наверху, почувствуйте, как пресс у вас сократился до упора. Снова вниз. И еще два раза, выдох наверху, внизу вдох, последний раз. Теперь поднимаем ноги в потолок, работаем на нижнюю часть пресса. Отрываем таз от пола, точно так же делаем выдох наверху, вдох внизу. Старайтесь ковшик от пола отрывать максимально наверх. Если вам так некомфортно, можете согнуть ноги, развести колени в сторону, стопы оставить на тазу. Подтягиваем колени к груди, отрываем таз, точно так же выдох делаем наверху. Когда вы почувствовали жжение в прессе, значит, что мышцы у вас начинают работать. Еще несколько раз. Выдыхаем наверху через рот, вдох внизу через нос. Вытягиваем ноги снова в потолок. Теперь отрываем лопатки от пола. Сгибаем колени и опускаемся вниз. Выдох наверху через рот, вдох через нос внизу. Подбородок обязательно тяните в потолок. И еще пару раз. Опускаем ноги на пол. После этого нужно растянуть мышцы пресса, разворачиваться на живот. Лопатками выталкивайте грудь вперед и растягивайте мышцы пресса. При повторении этого комплекса каждый день ваши мышцы приобретут тонус и красивый рельеф.